вон пырчик едет на помощь. Давай, давай, пырчик, газу давай, пырчик. Так, вот приехали на стояночку, которую я делал. Делал, Санечек здесь где-то был. А, о, ребятня, привет, привет. Девчонки, Санечек работает, смотри-ка все. Сашка! Санечек, здорово! Здорово, зеленый трактор. Зеленый. Слушай, у тебя кукурузу украли. Ты что, как ты тут живешь? Проспали. Проспали, да? Ночью все убирают. Вон, кукурузы уже нету. Думал, кукурузу. Ну, я тут брал один раз, кукурузы варили. Машины где-то вон на том краю стоят. Ну что будем? Девочки, что будем работать? Здравствуйте! Я люблю задание, давай, ты делаешь. Ну ладно, сейчас я с дороги уберу. Стояночки тут вот гладенько ему сделал. Это были барханы, заехать, выехать невозможно. Так, ну начнем работать. О, ребенок, привет! Так, ребят, у Санька я уже все сделал. Он к Сереге приехал сейчас. Сереге на проезд у него тут, видите, газовая труба. Не вся техника проходит. Ну, сейчас на огород там покажу, что будем делать. Так, все, проезд готов. Видите, ямина с полметра выкапали. У тебя, Серега, здесь для GCB-шки, да, копал, чтобы проезжать? GCB-шка, да, под себя копал. Ага, чтобы проехать. Заходить. Ну, а я без экскаватора, у меня проходит 2 метра. Будешь. Да, и там газовая труба. Что, погнали? Погнали. Все, погнали, ребят. Работать надо. Еще сантиметров 30, да, еще сантиметров 30. О, нормально. Так что, в чем преимущество моего погрузчика, потому что я его и делал вот старые размеры, поэтому можно везде проехать. Только здесь ширина 2,20 у меня. Сейчас мы сделаем так, чтобы не было видно, как драйв вам туда проехать. Да. Наклоняется на эту стену. Видите, газовая труба. Так, зеркала проходит. Этот зеркало тоже проходит. Все, прошли. Так, сделать. С краю надо убрать. Сейчас уберем. Так, нам надо, ребята, задача. Серега, рассказывай. Вот это здесь полкучи торфа. Полкучи грунта. Полкучи, это на, все ковш. В огород. Это все туда в огород. У тебя есть кедры на продажу, да? Да. Ну-ка, показывай, где ты. Только не вот эти. Да, эти остаются, а вон те он два. Сейчас я увеличу. Вот такие вот два кедра стоят. Кому, если надо... Звоните. Звоните, да. Пишите комментарии, я там почитаю. Серега потом тоже почитает, если что. Так. Самовывозом. Самовывозом. Кому надо, да. Немножко с планировкой. Так, делаем слой вот ровно вот так, смотри. Вот как наклон есть, вот, так ровно. Вон, видишь, это я вручную добавлял. Ага. Не, можно просто сделать вот уровень поднять. Ориентировочно таким слоем, да. Ровно просто. И ровно, да. Ну, насколько хватит грунта. Насколько хватит грунта. Да. Все, погнали работать. Там покажем, может, что получится. Да? Да. Все, работаем. Работа поперла. Возим вон туда и там планируем. Конец работы покажу. Ну
все, эту кучу оставили, чтобы я, вернее, я оставил, чтобы Серега здесь будет, так сказать, разравнивать. На эти грядки все получилось, сказал, отлично. Заезжать, трамбовать не стал, потому что мотоблоком пройдет. Ну и здесь кидали одну такую землю. Ну и там что осталось, кедр уберется, туда сравняет, говорит. Будет у него вообще классненько. Здесь будет баню делать. Серега, он говорит, давай я тебе, говорит, еще и ковш почищу, красавчик такой. Лопату нашел где-то. Ну да, тут набилось сильно. Ну да, земля, да, с торфом, наверное, это жирная такая. Это Урал, ребят, Урал. На Урале всегда так. Жирная, хорошая. Хорошая, да. А запах здесь такой, Серега. А запах вообще прям. Сейчас скажут, что лопатку сиротскую взял, да? Комментаторы, да? Ну, есть такие хейтеры, да. Главное, сделали как тебе надо. Кучку оставили для грядок. Нормально. Ну, а сейчас я опять к Саньку Тарасову там. У него этот кран должен прийти еще, блин. Он мне не дает ничего поработать, блин. Сам все, сам. Где вторая лопата, Серега? А? Где вторая лопата? Я почищу, что. Блин, вот, парень, а? Шубутной такой. Все, везде успеваете, на грядке и везде. И дом строителям там помогает, и здесь, везде. Молодец, Серега, молодец. Надо везде, скажи, успевать, да? Тут еще порядок наведет, сделает вообще баньку. Что ты говорил, баньку для себя поставишь, да? Отдельную? Кого отдельно? Я говорю, для себя будет отдельно банька. Да. На этом месте где-то, да? Да. Так что, ребят, нормально все будет. Ну, красиво когда-нибудь. Так все равно доведешь до ума, что? Ну ладно. Я погнал, Саньку сейчас чищусь и погнал. Да, вот в такие проемчики приходится пролазить. Байкер гоняет. А мы уже работаем, вон видите, сколько народу тут. Кран, вон мой трактор. Санечек. А что, нельзя зацепить-то сразу же? Да вот, видишь. За крючочек. Работал, говорят. Там минутка появилась. О! А, молодежь тут тоже бегает. На, тощи. Нафиг они мне здесь нужны? Как нафиг они нужны? А как цеплять? Не сюда, а что, нельзя за крючок-то зацепить-то, а? Как я буду дальше залазить? Видишь, кто кого замучает, да? Крановой-то. Что ты хотел, кранового замучить? Он тебя, походу, быстрее, Саня. Кидал его тут, он улыбается. Ладно, давай залази. Что, ты один зацепишь? Да я один зацепил. Я очкую высоты, дай лапу свою. Да я 100 раз так делал. Я же говорил, пиво надо меньше пить. Смотри, они у нас и лестницу еще забрали. Нормально. Родственники, нормально у нас. Эй, улетает, Саня. Тянет трос еще. Все, ладно, работаем. Надо вот этот контейнер поставить вон туда. Я уже спланировал тут все. Цепляем. Капец высоко. Офигеть. Да
12 метров. Гараж будет. Шурика под снегоходы, квадроциклы и так далее. Блин, я же не удержу так. Сейчас будем равнять с этим. С этим заборчиком. Но я там намечал, вон он, камешек лежит полметра, чтобы там забор можно было потом делать. Сюда надо нас. Офигеть. Че, все? Сюда тянем? А тогда поближе надо к столбику делать. И сюда его. Сань, возьми его, Сань, здесь. Сань. Ага, сейчас. Держу. Вот так вот, чтобы она примерно была. Вот так вот как-то. Как-то вот так. Держу, держу. Перешел сюда-сюда забрал. И по бокам не придется ничего держать. Все, красавчики. Да-да-да, мы еще проветрим. Все, сейчас я отцеплю этот. Ну и все, уже темнеет, я за собой. Работу сделал, планировочку. Туда кучу оставил, чтобы спереди, перед воротами сделать, ну, такой, чтобы был заходить, не спотыкаться. И все, там руками поработает Санечек, ничего страшного, ребятня, а я все, поехал домой, ребята.